одном из вступительных экзаменов девочка из глубины, откуда-то из Томска или Омска. Из Хабаровского края. Вот, а она, ну, что-то басню рассказала, все, я просто повторяюсь, мои коллеги это знают, но случай довольно-таки интересный, очень коротко, и басню там все, он говорит, ну, а теперь вот изобрази березку. Ну, она встала, подул ветер, она качалась, сильнее ветер, она еще больше качается, потом буря, она совсем гнется, сломалась березка. Она говорит, мы россияне, нас не сломаешь. Вот так попадает тоже в Авдеев.